У вас на 8-й странице написано: «Загадочный гость сериального врача». Обязательно пошлю экземпляр маме. Мне сказали, у меня аутоиммунные заболевания, типа волчанки или саркоидоза. Это мы и будем выяснять. Вы правда так хороши, как о вас говорят? А вы вправду так несчастны, как о вас говорят? Я просто хочу делать что-то важное. Нет ничего важного. Мы все тараканы. Антилопы, гибнущие у реки. Что бы мы ни сделали, это ненадолго. И вы меня несчастным называете? Не нравится в самолете? Прыгайте. Хотел бы, но... не могу. Вот так всегда с метафорами. Приходится объяснять. Выпрыгивать из самолета глупо. А если я не в самолете? Если я просто там, где не хочу быть? С метафорами и правда непросто. Да. А что если вы в киоске с мороженым, а снаружи море конфет, цветов и девиц? Вы в самолете? Мы все в самолетах. Жизнь опасна и сложна. И всегда кончается смертью. То есть вы боитесь перемен? Нет, это вы боитесь. Вам проще мечтать о побеге, вместо того, чтобы по правде сбежать. Ведь если не удастся, у вас ничего не останется. А потому легче отказаться от реального побега и продолжать жить вечной надеждой. Только вот в чем штука. Надежда для трусов. Я выберусь отсюда и уже не буду ничего бояться. Разве многим вот так выпадает второй шанс? Слишком многим. Половина из тех, что я спас, не заслужила второго шанса. Но раз он мне выпал, теперь я все исправлю.